Всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы продолжаем смотреть и уже заканчиваем смотреть «Где же ты, моя страна чудес?» Восьмая часть. Смотрим. А трейдер уступил. 20 глава «Из праха к праху». О нет, нет, все пропало. Сгорело. Минус вообще весь лес. Хотя бы ты цел. Остались только мы с тобой. А о чем это он? А может доломаем? Трефы нет. По-другому он не умеет готовить. Унесешь? Конечно. Ладушки, идем дальше. Это изгой? Ага. Он был глупцом. Шутом, козырем, джокером. От детских сказок к карточным играм? Вполне в духе, признаю. В духе или нет? Думаешь, он был прав? Что мы лишь паразиты? Чудовище? Ну, не думаю, что тут уместно черное или белое. Для него, видимо, мы были ими. Куда важнее то, что мы лишь пытаемся выжить в этом месте. Ну да. Верно, Трефы? Я буду скучать по дракам с ним. Неважно. Не стоит зацикливаться на этом. Назад пути все равно уже нет. Оу! Жесть. Он нашел его. Пики, а ты любишь играть в карты? Думаю, да. Я ведь работал дилером. Как-никак. А меня научишь? Но у нас ведь нет карт. Мы на месте. Интересно? Ну же. Мне надоело таскать эту штуку. Или это просто ты устала? Открывай, или я просто перелечу. Походу, теперь я стал настоящим королем. А я тогда рыцарь? Ты могла бы быть Ланселотом. А кем была бы ты? Туз-пик еще известен как карта смерти. Пики карта смерти? Как мило. Прошу, нет. 3 недели прошло с тех пор, как лес сгорел дотла. Или, как любит говорить Трефы, мега-битвы в аду. Мега-бит. Мы переехали в старый разграбленный замок. Мы попытались привести его в порядок, но не особо получается. У каждого из нас теперь своя комната, а все остальные мы использовали как склады. Трефам не терпелось обыскать каждый уголок этого места, в том числе и подземелье, и ей удалось там кое-что найти. И, что удивительно, краску. Бубна сполна ей воспользовался. Вау! Класс. Мы все делились своими... Тоже замечательные картины, конечно. ...ми находками друг с другом. Так в одной из комнат было много упакованных старых вещей. Ёлки. С приветами серого мира. От предвестников. Это все, кто до них приходили, получается. И мы решили оставить все как есть. А еще мы попытались вырастить свою еду из семян, что мы одолжили на фабрике. Мы понятия не имели, что из них может вырасти. Трефы же в своей манере отреагировала на первые зеленые лепестки. Велю вам! Расти! Повелеваниями тут не поможешь. Лучше просто поговори с ними. Растения любят, когда с ними разговаривают. Правда? Ну, да. Вроде того. И она начинала с ними разговаривать. Первые несколько дней в этом месте были безумны. С трудом верится, что это все произошло взаправду. Встреча с Бубной. Затем с Трефой. После чего еще тот изгой. По сравнению с теми деньками, сейчас все на удивление спокойно. Надеемся. Пики, еда готова! Но, что более удивительно, мне совсем не скучно. А, это был ветер? Предвестники страны чудес. Ну, знаете, странноватая концовка на самом деле. Я, честно говоря, думал, что... будут какие-то прям жесткие разборки с другими, типа,
между собой. Ну, именно вот с теми, которые их изгоняли из своего города. Или же там будет какое-то прощение в их месте, что типа они не опасны, окей, давайте-ка пригласим их к себе. Или же они вернутся к своим привычным жизням. А по итогу все просто закончилось на том, что они нашли замок и все. Может быть, это еще из-за того, что автору maybe надоел сам комикс, он его решил вот таким вот образом закончить. Ну, жаль, конечно, что он таким образом закончился. Надеюсь, что другой комикс, который озвучивает Рейдерок, меня не разочарует, а именно клоны. Что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Флаттергрин. Всем удачи и всем пока.